Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ по 18-му каталогу, последний в этом году, и новинки первого. У нас, оказывается, столько новинок в первом каталоге, либо я их не заметила, когда листала каталог, либо я не знаю, откуда они взялись. В общем, они были. Так, у меня, во-первых, в заказе два порошка. Это у нас с вами горная свежесть и альпийский луга, горная свежесть артикул 323 и альпийский луга 322. Сейчас на сайте Faberlic идет распродажа новогодний переполох. Каждые два дня обновляется промокод, даже каждый день. И бывают там различные позиции по хорошим скидкам. А еще на официальном канале Telegram Faberlic тоже каждый день дают промокод на какую-то определенную категорию товаров. Я не помню уже, кстати, каким я воспользовалась. С Telegram нет, по-моему, с новогоднего переполоха. На серию «Дом» на некоторые позиции была скидка. И я взяла два порошка по 290 с чем-то рублей. Они вышли, поэтому взяла в запас, конечно же. Так, что у нас тут с вами дальше? Новиночки большие, давайте вытащим. Вот такие два мыла. Я почему-то их не увидела в каталоге, не знаю, девчонки. Это алоэ жидкое мыло и облепиховое жидкое мыло. Вот это эко-линеечка Faberlic. Так, алоэ у нас с вами артикул 3362 и облепиховое 3363. Я очень люблю аромат алоэ, я очень люблю аромат облепихи. Покажу вам поближе состав, кому интересно. Так, где он у нас тут? Вот он, состав. И облепиховая. Облепиховый аромат вот просто обожаю. Буду до завтра добавлять. Надеюсь, он будет хорошо пениться. Давайте смотреть. Так, облепиха. Вот она у нас тут. Попытаюсь вам показать. Вот она. Густой, очень густой гель. Облепиха, ага. Вкусненько. Немножечко подслащённая облепиха, но прям вот такой вот натуральный ароматик, не химозный. Ой, мне очень вкусно, мне нравится. Я прям как гель для душа даже с удовольствием израсходую. Вот честное слово. Так, алоэ. Гелевые прозрачные текстуры, я так понимаю, у обоих. Ага, вот, смотрите, видите? Так, и тут по аромату. Вкусненький свежий аромат, вкусненький свежий, свежескошенная травка. Ой, как вкусненько, мне очень нравится. Мне очень нравится вот аромат алоэ. Это вообще бомба, это прям вот, мне кажется, всем понравится абсолютно. Так, едем дальше. Дальше по VIP-программе взяла себе порошок листовой. Короче, вся в порошке теперь. Он мне очень нравится, это очень удобно, он занимает мало места. Артикул 308-43. Когда стираю белые вещи или вещи какие-то с пятнами, со сложными, то кладу целую пластину, целый лист. Когда стираю темные вещи, вещи без пятен, то кладу половинку, ру руками, так вот, наугад как бы, да, и все нормально, все отлично. Отстирывает хорошо, никаких нареканий нет. По VIP-программе выходит дешево, поэтому беру. Так, дальше повторила Лакрем мицеллярный гель для душа, потому что тоже безумно нравится его аромат. Свеженький, ненавязчивый, еле уловимый, кожу не сушит, пенится хорошо, люблю. 86-59, наверное, это вот самый любимый мой гель для душа Faberlic, могу сказать смело. Девочки просили ролик о любимых продуктах Faberlic, если будет возможность, если будет время, я, конечно, сниму. Потому что это видео достаточно трудоемкое. И очень долго монтировать его. Отснять-то можно, проговорить то, что я люблю, но надо же проговорить с артикулами, надо подготовить картинки. И монтировать его тоже очень долго. Поэтому не знаю, будет этот ролик или нет. В любом случае, в прошлом году писала статьи по каждой категории товаров в Дзене. И говорила, какие люблю и за что. Поэтому можете пройти в Дзен и посмотреть. Так, взяла маску от карбокситерапии, потому что сама система у меня есть, маски нет. И как самостоятельная маска, она мне очень нравится. Артикул 0995. Это плотная гелевая текстура прозрачная, которая просто дарит упругость кожи, ровный тон. Маска обалденная, одна из любимых, тоже Faberlic. Ополаскиватель для полости рта, вот этот, который очень хорошо помогает при боли в горле. Если в первый день прям хорошо им полоскать, то можно свести к минимуму какие-то последствия заболевания. 1637 артикул. Он такой прям выжигающий. Здесь есть мерный колпачок. Пользоваться им удобно. Пользуемся всей семьей. Так, еще новиночки, которые, кстати, были на сайте давно, но по полной цене. А сейчас они мне вылезли как VIP-новинки.
Мне кто-то из девочек написал в Телеграм, по-моему, сказал, не пробовала, что-то мне попалось, причем недели 3 назад еще. Я говорю, нет, в корзину закину, буду делать заказ, закажу шапочки, девчонки. Взяла 2 себе и Ксюшке сделаем. Будет ролик, все вам покажу. 7207 артикул, они уже есть, они доступны не только VIP-ам, они есть как бы в свободном доступе. Я кидала в корзину, правда, 2 раза дороже. Маска, шапочка, восстанавливающая для поврежденных волос из линейки «Умный кератин» салонки. Информация, кому интересно, будем с вами пробовать. Извлеките шапочку из Саши, откройте ее, разорвав посередине. Наденьте, аккуратно помассируйте голову, закрепите с помощью липучки. Оставьте на 15-20 минут, затем снимите и промойте волосы теплой водой, то есть смываемый продукт. И высушите волосы. Интересно, на самом деле, будем пробовать. Я такое вот люблю. Вот. Надеюсь, что эффект тоже будет должным. Так, дальше что взяла? Кусачки. У меня все мои кусачки затупились, поэтому взяла, по-моему, от Faberlic я беру впервые артикул 910-390. Так, сейчас откроем. Мне интересно, насколько они острые. У них есть вот такой вот колпачок-заглушка, чтобы не пораниться, да? Ой, они такие тяжелые, слушайте, прям вот тяжелые-тяжелые. Сейчас попробую что-нибудь чикну. Ой, ну остренькие. Ой, прям кайф после моих тупых. Я вам скажу, девочки, очень хорошенькие, остренькие. Рекомендую, прям замечательно. Надеюсь, не будут быстро тупиться. Повторная покупка, девчонки, это термокружка, потому что у меня Ксюшка поехала на экскурсию и где-то ее потеряла. Водителю автобуса, наверное, подарила, мы так подумали. Поэтому я взяла еще. Сейчас без нее вот прям, ну, никак. И на тренировке там она хочет чай брать. И вообще вещь очень удобная. 910-499. Сейчас открою. Она приходит вот так в коробочке. Красиво, симпатично. И выглядит вот таким образом. Тепло она держит до 10 часов. На сильном морозе она ходила на тренировку. Вот минус 15 градусов. Часов 6 держит. Потом уже остывает все и становится таким теплым и постепенно холодным. Удобно пользоваться, удобно пить. Все отлично. Такая вот классная кружка. 510 мл у нее объем. Так, едем дальше. Опять купоны. У меня тут бесконечное количество. И что? Бальзам для мамы и малыша. Девчонки, в сериумы. Я его почему-то уже в каталоге не видела. Пролистала, что ли. Новинка, как VIP-новинка вылез. Артикул 3365. Компонент, он со сквалоном у нас с вами, со сквалоном, мультифункциональный бальзам, способствует уменьшению покраснения, раздражения, вот это, кстати, можно попробовать как зимний крем на лицо, наверное, перед прогулкой, без одушки, без красителей, без парабенов, состав показываю, кому интересно, вот он, давайте посмотрим, он приходит запечатанный у нас с вами. Плотный крем, такой прям плотненький, прям плотный-плотный, слушайте. Действительно, никакой одушки у него абсолютно нет. По тактильным ощущениям прям очень классно, очень круто смягчает сразу. У меня прям вот я перед роликом мазала руки кремом, а сейчас помазала, и прям вот разница, знаете, такая ощутимая. Прям вот очень гладенький становится, как будто силиконы с вами нанесли. Вроде как там их не должно быть, детский крем, да? По рекомендации девочек взяла сыворотку Реноваж, буду пробовать ее впервые, потому что моей коже, ну, безумно не хватает сейчас питания, и я это чувствую, хочется ее подпитать. Девчонки сказали, что Реноваж это прям вот масло масляное, очень питательная консистенция, текстура и так далее, кожа напитанная после нее. 0,7-85 артикул. Кто пробовал, пишите, как вам. Вот так она выглядит. Холодненькая такая, мутноватая еще пока с мороза. Давайте попробуем. Так. На момент одушки. Что-то я ничего не чувствую. Ой, а так прям, да, слушайте, вот с ней массаж будет хорошо делать. Она прям такая, да, масляная. Но потом еще покажу, конечно. Потом еще покажу на лице с вами вместе в ролике. Потестируем, расскажу, как впечатление. Так, что взяла еще? 2 маски взяла. Коллаген. Почему? Потому что понравились. Очень понравились. 13.84 артикул. Кто ролик не видел, ролик уже есть на канале, где мы ее с вами тестировали. Чем понравилось, почему понравилось, все там рассказывала. Золотую брать нет, не буду из линейки
Royal. Вот это понравилось. Так, еще взяла масло с Монардой, потому что по опыту знаю, что сейчас оно пропадет. Но очень быстро пропало в первый раз, потом один разок появилось, потом опять его долго не было. Для ухода за ногтями 600, артикул 617. Здесь витамин Е и масло Монарды. Очень классная штука. Так же, как и предыдущая версия, очень быстро впитывается. То есть это удобно. Это очень удобно в течение дня им пользоваться. Прям вот класс. Дальше в новинках антипреспиранты. Вот такие вот шариковые. Я не очень люблю шариковые. Я хотела, кстати, взять такой спрей, но они тоже куда-то исчезли. Зато в VIP-новинках появился вот такой вот шариковый. Эффект до 4 дней. Шариковый. А то я вам сейчас наговорю. 14.37 артикул. Шариковый, да. Но они же были у нас, девчонки. Что у нас в новинках все странное что-то появляется? Одушка мне нравится у этих дейзиков. Вот если бы она в спреях не была такой удушающей, я бы их могла по праву назвать прям вот самыми лучшими. Прям самыми. Но они, к сожалению, вот исчезли. Хотела взять, сейчас нету. Так, дальше. Лимиточка новогодняя у нас с вами. Аромат чего? Цветочно-цитрусовый аромат, артикул 303-40. Взяла. Меняю периодически ароматы освежителей. Аромат классный, аромат сочный. Здесь действительно цветы перемешаны с цитрусом. Даже не знаю, каким больше. Мандарин вперемешку с апельсином, наверное. Цветочки такие сладковатые. Приятный и достаточно громкий аромат. Поэтому да. Так, взяла потестить в VIP-новинках тоже. У нас появляется Валентин Юдашкин, обычный, как он, Gold называется, да, Gold, артикул 3389, в мини-формате. Цена вопроса 333 рубля, взяла потестить. У меня в структуре девочка, Светланка, если смотришь, привет тебе, порекомендовала очень. Она взяла себе большой и прямо осталась очень довольна. Кто-то любит, кто-то не любит, не знаю, мне розовый очень нравится от Юдашкина, мне вот прям реально понравился. Сейчас потестим мини-формат. Я как раз хотела брать, думаю, что ж мне полный уже брать. А тут как раз VIP-новинка, хоп, и тридцаточка появляется. Давайте тестировать. Ваниль у меня прям сразу выступает. Пудра. Ванильно-пудровый аромат. И он прям пудра. Вот для любителей пудры прям очень зайдет. Вот, ну, достаточно такой вот сладкий, знаете, здесь чувствую легенький отголосок классического эйвонского Farway. Прям есть, действительно. Очень похож, как называется аромат, Фортуната, девчонки. Голубой такой флакон, синий. Есть прям сходство очень сильное, потому что я там тоже слышу отголосок классического эйвонского Farway. Мне нравится. Не очень нравится. Вот на зиму сейчас теплый, согревающий, мягкий такой окутывающий аромат. Не знаю, какие еще нотки здесь вам описать. У меня вот превалирует пудра. Больше пудра, ванильки меньше. И он очень приятный. Он действительно очень приятный. И вот эта вот нотка, которая фаровый, вот классический. Прям вот. Мне нравится, слушайте, мне очень нравится. Крайне удачный аромат, я хочу сказать. Один из удачных ароматов Faberlic. Так, дальше у меня в пакете тут одежда. Сейчас пошуршу немножко. Так, первое, что взяла... Распечатывать не буду, не знаю, может, на подарок пойдут. У меня есть уже такие носки, у мужа есть, а может, и мужу отдам. Это женские носки с шерстью. Они действительно, девчонки, с шерстью, они действительно теплые. В прошлом году, ну, брали, носили всю зиму, и сейчас носим, и стираем без конца, и ничего с ними не случается, не протираются. У меня у Ксюшки такие красные, у мужа синие. А мужских таких, к сожалению, нет, поэтому взяла именно женские в размере 39-41, они ему налезут все равно. Открою, хочу. Мужу все равно отдавать буду. Они ему налезут все равно, потому что они хорошо тянутся. И они очень теплые. Он работает у меня на улице. Поэтому ему нужны теплые носки. Вот видите, тянутся. На его 45-й подойдут точно. Это прям, смотрите, шерсть. Ну, ее тут не 100%, конечно, но они очень тепленькие. Они прям очень тепленькие, очень классные носочки. Рекомендую. Ножка вот не мерзнет никогда в них. Так, и у меня здесь еще две пары колготок. Мне и Ксюшке. Так, мои вот эти. Давайте с них начнем. Это теплые колготки из хлопка с компрессионным эффектом 150D. Беру первый раз, одни и вторые. Будем смотреть сейчас вместе. Артикул 820-157. Четверка у меня, по-моему.
размер. Вот. Но я четверку, по-моему, там выбирала, там было так написано. Так, давайте смотреть. Теплые комфортные колготки с утягивающим эффектом в области живота и распределением давления по ноге. Мне именно по ноге вот было интересно. Укрепленный мысок. Слушайте, XL я, наверное, брала, да. Вот размеры тут написаны. Мне кажется, там по цифрам было почему-то в личном кабинете. Эффект утягивания, плоские швы, компрессионный эффект внизу, вот на ножках. А у кого проблемы с венами, мне кажется, это очень актуально. Стирать и сушить раздельно. В общем, ручная стирка для них только показана. Давайте смотреть. Давайте сразу коробочку вторую посмотрим. Это взяла Ксюшки. Теплые колготки с шерстью 120 ден. Артикул 820-400. Так, здесь у нас в чем фишка? В том, что они с шерстью. Плоские швы, тоже укрепленный мысок, плотно облегают ногу, идеально подходит для осенне-зимнего периода. Так, а где у нас с вами состав? А, вот, смотрите. Состав 7% шерсть, 80% хлопок, 13% эластан. И в моих 52 хлопок, 38% полиэстер, 10% спандекс. Какой интересный состав. Моих шерсти нет, они тоже должны быть прям тепленькими. Так, смотрите, какая резиночка вверху. Это верх, я вам сейчас показываю. Это у нас утяжечка в области живота. То есть, так тянуться тяжело, будет хорошо утягивать. Так, дальше материал по ножке идет вот такой. И вот здесь, приблизительно под коленом, у нас начинается фокус. Фокус. У нас начинается другой материал. Видите? Тут прям видно шов. Вот он проходит. Другой материал, где должен быть эффект утяжки. Ну и внизу ничего особенного. Давайте изнанку посмотрим. Так, вот у нас с вами изнанка. Дальше. Тут прям утепленные такие, как футр-трехниточка. И вот там, где с утяжкой, они у нас внизу, тут уже немножечко по-другому. Какие-то нити такие еще странные идут. Какое-то переплетение другого цвета даже. Ну, в общем, вот так. Я думаю, мне будет очень тепло и комфортно. Колготки Фаберлик, они всегда, всегда были хороши. Вот у меня из микрофибры, по-моему, колготки, в которых я хожу уже 2 года. Хоть бы хрен, девочки. Все прекрасно. Так, Ксюшкины. Смотрим. Они, в принципе, по всей длине одинаковые. Так. Верхушечка. Фокус. Не хочет. На черном вообще тяжело всегда поймать. У нее размер, я самый маленький, по-моему, брала. Нормально, вот, смотрите. Так, изнаночка. Но мои, кстати, потеплее, чем эти, с шерстью. Мои потеплее, а у меня получается 150 ден, да, у нее 120. Но тоже такие хорошенькие. Изнанку вам показываю. Здесь, видите, уже такого начесика нету. Просто сами по себе. Вот. Две полоски есть? Нету, наверное. Нету, одна полоска. Я люблю, когда у детей есть две полоски, потому что они когда одевают, чтобы не путались. Нет, одна и на этих, и... А, нет, а на моих есть. На моих сзади две полоски. Вот они. Ну, ладно, ничего страшного. Разберемся. Так, все вам показала, девчонки. Это завершающий заказ этого года. Поэтому, кто смотрит чисто Фаберлик, поздравляю вас с наступающим годом. Желаю вам крепкого здоровья, гармонии в семье, на работе. Пусть вы всегда занимаетесь только любимым делом. Вас окружают самые лучшие, самые преданные, самые позитивные люди. Я вас всех очень люблю. Ссылка для регистрации всегда под видео. Ну и на этом все. До новых роликов. Пока-пока.